Всем привет! Сегодня у меня очередное видео из рубрики о съедобных растениях. И сегодня я хочу пособирать головки клевера и приготовить с ними десерт. Съедобны головки и розового, и белого клевера. Ну вот у меня сейчас такой розовый клевер. Содержит и белок, и витамины, и микроэлементы, а также пыльцу. Сейчас соберем самые красивые. У клевера съедобны не только цветы, но и также листья. Но сейчас я собираю цветочки. Листья уже так жестковатые. Мяты я собрала. Будем заваривать мятный чаек. Заодно сейчас покажу вам еще одно съедобное растение хорошее. Вот это лапчатка гусиная. Такие оригинальные у нее листочки, посмотрите. В общем-то, перепутать сложно с каким-то другим. Между большими листочками всегда идут вот такие вот крошечные. А с обратной стороны она как будто бы сизая. Хорошее съедобное растение. Единственное, что в зависимости от региона произрастания, она может быть горькой и невкусной, поэтому пробуйте. В моем регионе лапчатка вкусная. Ну, вернее, как вкусная. Такой у нее шпинатный вкус, не особо ярко выраженный. Можно в чаек ее добавлять. Я, наверное, в чай как раз и добавлю. Салаты, смузи, супы, все что угодно можно с ней готовить. Собирают лапчатку до цветения. После цветения она жесткая и уже в ней накапливаются горечи. Также цветы клевера сушат и заваривают чай. Промою клевер от пыли и насекомых и обсушим на полотенце. Я буду выпекать наши головки клевера в бисквитном тесте, яйцо, щепотка соли, сахар и ванильный сахар. И теперь это нужно хорошенько взбить. Ко взбитым яйцам добавляю сметану и немножко перемешиваю. И теперь мука с разрыхлителем. Если есть, то лучше добавить еще лимонную цедру, так будет вкуснее. И теперь окунаем наши головки клевера в тесто и выкладываю на противень. Можно, конечно, сделать пирогом. Я хочу печеньками. Теперь отправляю в духовку 190 градусов. Ну а по времени посмотрим. Я думаю, минут 15. Вот такое печенье с клевером у меня получилось. Вкус клевера никак не ощущается, он не жесткий. Зато с витаминками дополнительными. Печенька к чаю. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем пока! До новых встреч в лесу!